Ледяное царство. Почему январь стал нелюбимым месяцем для жителей дома номер 80 по улице Ситникова? Все подробности у Натальи Гребневой. Балконы жильцов по Ситникова 80 напоминают ледяное царство. Они заросли огромными сосульками. Жители дома сталкиваются с этой проблемой каждый январь последние 6 лет. В этом году ситуация ухудшилась. Замерзли окна и панели под ними, а с потеплением лед начал таять. Вода с 5-го этажа побежала дальше. С таким потопом они еще не сталкивались. Жители обращаются в управляющую компанию «Наш дом», но так до сих пор и не получили ответа. Откуда и по какой причине бежит вода? Ну, у нас как бы заливает с крыши. Бежит на 5-й этаж, к нам на 4-й, и у нас все стены, и по всем окнам все застывает, и вода полностью бежит. Она даже просто не светлая, она вообще какая-то темная, мутная даже бежит. И вот все застывает, у нас не можем окошки открыть. Сосульки такие образуются огромные, что просто невозможно. Когда мы говорили, что надо, вот сколько могли мы сами сосульки убирали, но мы уже престарелые, у нас уже 88 до 86 лет, вот инвалиды второй группы. Мы вот не все сосульки-то можем справиться с ними. И нам пришло письмо, что жильцы сами должны это все чистить, очищать, а если что-то случится, то вы и отвечать будете. Сосульки на балконах – это только часть проблемы. Тамара Николаевна с мужем живет на 5-м этаже. Лед у нее не только снаружи, но и на самом балконе. А вот в основном вот здесь. И продолжает вот течь. Откуда это течет? Хотя льда здесь нету. А вот сегодня опять натекло много воды. Вот половина вот этой емкости было, я отлила. Ну и лед все еще это самое. Мы пытались долбить, но боимся. Уже ждем, пусть сам оттаивает этот лед. А это вот невозможно даже уже ни сеточку, ничего невозможно это самое освободить. Все во льду. Но откуда вот это, что мы не знаем. Ситуацию прокомментировали управляющие компании, которые обслуживают этот дом. Вода бежит с крыши, можно сказать, каждую зиму. Потому что на края намерзает лед, получается, по самой крыше получается ванна. Мы эту ванну спускаем, вот получаются такие сосульки. И воде деваться некуда, она бежит через край. Причина, я думаю, что надо утеплять крышу. Потому что дом старый, утеплитель, видимо, уже плохо работает, чердака как такового там нет. По словам специалистов управляющей компании, они сделали все возможное. Единственный выход для жильцов – дождаться капитального ремонта.